Друзья мои, вы думаете, что простуды или лихорадка на губах – это признак русской зимы? А на самом деле это показательный пример ослабления иммунитета. Давайте посмотрим, к чему приведет простой герпес, если им не заниматься. Знаете ли вы, что 92% населения России заражено вирусом герпеса, а 35% болеют им в тяжелой форме? Наиболее распространен герпес первого и второго типа. Поражая самых близких, герпес вызывает тяжелые последствия. Бесплодие, снижение потенции, слепота, энцефалит, раннее слабоумие. Используя химиопрепараты, вы просто запускаете бумеранг, который к вам возвращается. Но теперь решение существует. Вакцинация – ваша единственная возможность забыть о герпесе. Эффективность вакцинации 81%. Только вакцинация возвращает противовирусный иммунитет. Доказано. Герпес можно остановить. Вакцина Витагерповак от ЗАО фирма Витафарма. Ваша единственная возможность надолго забыть о герпесе. Узнайте подробности у производителя по телефону плюс 7 499 257 1090. Вам будет безопаснее, если вы пройдете вакцинацию.